Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Создание Ассоциации студенческих СМИ Республики Татарстан. В научной библиотеке Казанского университета прошли съемки документального фильма. Россияне могут потерять Твиттер. Состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителей подведомственных высших учебных заведений. Мероприятие прошло в онлайн-формате под председательством заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Петра Кучеренко. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании в качестве постоянного члена аттестационной комиссии. В рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан на площадке Казанского университета обсудили самые насущные вопросы студенческой молодежи. Одним из них стало создание Ассоциации студенческих СМИ. Все подробности далее. Встреча началась с дискуссии, где 38 представителей студенческих СМИ Республики Татарстан обсудили волнующие проблемы молодежного медиасообщества. Так, например, было предложено поощрять студентов-активистов, работающих в собственных медиацентрах, посредством дополнительных баллов в бально-рейтинговых системах. Допустим, если они делают какой-то фотоматериал, статьи публикуют, чтобы за каждую их работу как-то оценивалось, и они могли эти баллы использовать при заселении в общежитие или при назначении стипендии. Также одним из вопросов стало взаимодействие студенческих медиа с региональными СМИ. Сложилась такая ситуация, что региональные СМИ не привлекают студенческие медиа на те или иные крупные мероприятия, не аккредитовывают их, и хотелось бы, чтобы выйти на какой-то коннект, обсуждение, и чтобы ребята могли вот использовать эту возможность, чтобы освещать не только то, что происходит внутри университета, но и городскую жизнь. По итогам обсуждения предложения представителей студенческих СМИ обсудили и утвердили в виде проекта резолюции. Эти предложения теперь пойдут на сам большой конгресс, который будет 19 марта с участием Рустама Нургалиевича Миниханова, президента Республики Татарстан. И на основе того, что как примет это предложение Рустам Нургалиевич, эти предложения пойдут дальше по ведомствам. Встреча завершилась первым съездом новоиспеченной ассоциации, которая, по словам организаторов, станет единым голосом студенческих СМИ Республики Татарстан, где студенты смогут развивать свои медиацентры, обсуждать насущные проблемы и находить их решения благодаря работе со внешними структурами. Когда еще не было ассоциации, мы, студенческие медиа, ощущали, что мы одни вот, в образовательной организации работаем. И когда вот появилась инициатива, что есть площадка, где можно с друг с другом коммуницировать, общаться, мы уже не ощущаем себя такими отдаленными от мира. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. 1 марта отметил 80-летний юбилей ветеран вооруженных сил СССР и России и Казанского университета Николай Ефимович Комков. Практически вся военная и трудовая деятельность его связана с подготовкой кадров для вооруженных сил страны. Представители ректората Совета ветеранов Казанского университета и выпускники разных лет поздравили юбиляра со знаменательным событием. В научной библиотеке Казанского университета прошли съемки документального фильма «Светитель» с участием народного артиста России Дмитрия Певцова. Подробности далее. Тишину библиотеки имени Лобачевского нарушают монолог актера и шум съемочной аппаратуры. Полки со старинными книгами стали отличной декорацией для погружения в события смутного времени. Мы снимаем трилогию фильмов, истории которых связана с Казанской иконой Божьей Матери. Два фильма уже сняты, и вот сейчас мы снимаем завершающий фильм. Трилогии про патриарха Гермогена. Это наш выдающийся деятель российской истории, в общем-то, можно сказать, герой 1612 года, человек, который вдохновлял ополчение Минина и Пожарского. Народный артист России Дмитрий Певцов, принявший участие в съемках, прокомментировал посыл документального фильма. Знание своей истории – это сила. Это понимание уникальности нашей страны, куда мы движемся, откуда мы и вообще ради чего жить нужно, собственно говоря. Специально для съемочной бригады научные сотрудники библиотеки подобрали более 20 изданий, отражающих жизнь Гермогена в Казани. По словам режиссера, картина выйдет летом этого года. Ариадна Кугушева, Камиль Шеймарданов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Роскомнадзор обвинил Твиттер в злостном нарушении российского законодательства. Могут ли в таком случае россияне потерять Твиттер, разбирался наш корреспондент.
Как сообщил Роскомнадзор, с 2017 года Твиттер не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. Есть четкие вещи, которые делать нельзя. Да, это пропаганда расизма, фашизма, пропаганда наркотиков, да, в нашей стране запрещена, педофилии. В общей сложности Роскомнадзор направил в администрацию соцсети порядка 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента. Запретительные законы сталкиваются все больше с реальностями, которые не позволяют их реализовать так, как хочется желающему запретить. Для того, чтобы такого рода информационные потоки имели свой достойный противовес, нужно этот противовес создавать. Нужно наполнять информационное пространство на языке этих социальных сетей соответствующим контентом. Сложная многолетняя работа и сложный труд. Согласно статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несоблюдение установленных правил и неудаление запрещенного контента влечет за собой штраф на владельца информационного ресурса в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф может увеличиться до 20% от годовой выручки Твиттера. Российские пользователи опасаются, что соцсеть в дальнейшем могут заблокировать. Один раз попытались Роскомнадзор запретить Телеграм. Это закончилось тем, что есть такая три буквы такие VPN, да, и все через них сидят. Почти невозможно заблокировать сегодня что-то в глобальном масштабе. Я уж не говорю о том, что в Твиттере сегодня у нас сидит огромное количество чиновников, госструктур. Тех же самых, они куда все денутся? Напомним, администрация соцсетей обязана самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию согласно вступившему в силу закону 1 февраля этого года. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Группа ученых обнаружила, что гигантские черные дыры могут формироваться не только из барионового вещества, из которого состоят звезды, туманности и планеты, но и из темной материи. Все подробности в следующем сюжете. Сверхмассивные черные дыры существуют, но что это такое, до сих пор остается загадкой. Известно, что они начали формироваться уже спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва. Существует две теории образования вот этих всех галактик, которые у нас во Вселенной присутствуют. Первая теория говорит, что сначала образовалась галактика из межзвездного вещества, а потом уже из звезд определенной массы стали образовываться черные дыры внутри галактики. Другая теория говорит, что сначала образовались черные дыры, а потом же вокруг них стали формироваться вот эти вот системы, которые мы называем галактическими. Одна группа ученых утверждает, что вначале сформировались черные дыры, а только потом образовалась галактика. Другие говорят, что вначале образовалась галактика, затем черные дыры. Вообще существует четыре физических взаимодействия. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Но говорят, что есть еще пятое. Как будто бы практически его уже открыли. Так вот, это сильное взаимодействие и как раз связано, как вы говорите, вот с этим веществом. На самом деле это сленг. Я не отношу вот такое название к веществу, потому что это как бы, можно сказать, еще барионная материя. А вот что же такое вот барионы? Это тяжелые элементарные частицы, из которых как раз атомы и состоят. Теория черных дыр предполагает, что они имеют очень высокое гравитационное притяжение, которое засасывает всю пыль в так называемую черную материю. Известно, что 90% Вселенной состоит из этой материи. Это пыль, газ и подобное. Как же образовались черные дыры? Это, в общем-то, при определенном массиве звезды. Она начинает сжиматься под действием гравитационного коллапса и превращается в итоге в такой объект, в котором не работают законы физики, считается. Существует только предположение, из чего же состоят черные дыры и откуда они возникли. Учеными создаются специальные коллайдеры для изучения Вселенной и галактики. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!